последние декабрьские дни мариупольские мамы и папы отпрашивались с работы, чтобы посмотреть, как выступают их дети. Новогодние утренники прошли в большинстве детских садов города. А в центре детского творчества «Славутич» малыши звали Деда Мороза, который принес им особые подарки. Девочка-кошка репетирует роль, надеется Дедушке Морозу понравится ее выступление. Скоро Новый год! Скоро Дед Мороз придет! Потом раскрашивали носик, потом блески. В центре детско-юношеского творчества «Славутич» своя методика. Малышей от 4 до 6 лет разбивают на группы. У каждой свой руководитель. Это место по очереди занимают все ученики. Интересно то, что капитаном может быть абсолютно каждый ребенок. И застенчивый, и активный, и с хорошо поставленной речью. Вот. И ребеночек, который смущается, чувствует себя неуверенно. И вот проходит некоторое время, малыш становится более раскрепощенным, более свободным. Малыши стараются угодить бородачу в красном кафтане, но у него уже готовы подарки для всех, кто участвует в утреннике. Мы купили 150 подарков.